Сейчас настало время квалификации. На чемпионате мира, это чемпионат мира все-таки, группа сильнейших стартует первые 15 человек. Я нахожусь в группе Б и прохожу, разыгрываю сегодня номер. Боремся завтра. Вик, расскажешь пару слов, как заезд прошел? Катя, как ты проехала? Едем в далекие края. Едем на открытие чемпионата мира. Мальчишка, который будет нести русский флаг. What is your name? Max. Max? Но, если честно, я, как всегда, недоволен заключительной тренировкой. Но на завтрашнюю тренировку и соревнования я делаю идеальные быстрые сани. Вообще, у меня самые быстрые сани в мире. На всей вселенной огромные. Буду покупать сосиску. Как называется сосиска по-немецки?